только что стартовал международный фестиваль. Извините, я очень замерзла. К большому сожалению, видите, начался уже дождик. И очень сильный, холодный, порывистый ветер. Вот уже приветствует артист. Не дают людям пледы. Пойти спросить, где можно взять плед или зонт на прокат. Кстати, между прочим, это иностранцы. Но иностранцы еще не знают, что здесь не дают зонтики и пледы. Не то, что бесплатно, как у них, но и на прокат даже за определенную плату. Очень жаль. Очень многие люди уходят. Город Клин.